Друзья, всем привет! Я по-прежнему нахожусь в Стамбуле. У нас сегодня дождь идет. Я хотел снять какую-нибудь интересную прогулку, но придется снимать хаванину. Как вы понимаете, я не очень люблю снимать хаванину. В принципе, редко снимаю хаванину. Но разве это интересно? Каждый день просто хавать и хавать. Но придется из-за дождя сегодня снимать хаванину. Вот. Но, тем не менее, в субботу ко мне приедет подельница новая. Тогда видосы будут выходить чуть пореже, но зато более интересные. Мы поедем путешествовать по Турции впоследствии. Вот, будет много всего интересного. А сегодня хаванина. Так, дождь временно прекратился, поэтому я решил дойти до дальнего кафе, не идти в какое-нибудь ближайшее хавать, где я уже 1000 раз был, типа там метро, ресторан и так далее. Я нашел на карте ресторан вроде как узбекской кухни с чрезвычайно высоким рейтингом, то есть 4,9 из 5 баллов ставят посетители. Сейчас пройдем и протестируем, реально ли. Он где-то вот на этой маленькой улочке находится. Сейчас будем искать. Одежда по 25 лир, штаны по 30 лир. Мандарины по 5 лир, представляете, это дешевле, чем 50 рублей. 8, на 8 рублей умножайте, 40 рублей за килограмм. Это какой-то узбекский квартал, видимо, видите, кафе Ташкент. У него рейтинг пониже. Сейчас найду то с высоким рейтингом. Вообще, похоже, это вот это заведение. Хотя в гугле написано, что он называется Кокант. Здесь я не вижу никакого названия Кокант. Но вот написано узбекская кухня. Я думаю, это где-то здесь. Опс. Меню вообще демократичное. Самса. Есть за 7 лир, есть за 16. Плов за 25. Настоящий узбекский плов подается с лепешкой и с салатом. Очень вкусно. Это самса, две самсы. О, они горячие. Очень вкусная самса. Отличное заведение, а вот сюда надо было идти, похоже. Вот здесь самый высокий рейтинг. Ну ладно, я в принципе не пожалел. Офигенно кормят господа узбеки. Чрезвычайно вкусный плов, настоящий узбекский плов. Самса с рубленым мясом, то есть там не фарш, там именно куски мяса рублены с луком. Очень вкусно, чрезвычайно вкусно. Рекомендую. Вот еще одно узбекское заведение наверху. Короче, это узбекский квартал. Так что, если хотите вкусно и дешево поесть, приходите сюда. И здесь вообще все низкие цены. Смотрите, носки по 1 лире. По 8 рублей пара носков.